Ариэро – мои биологические кусочки мяса. И я продолжаю. В прошлой серии при выведении спутников на орбиты Солнца для связи возникли определенного рода сложности, в связи с чем связь с Марсом не была установлена. Из-за временного отсутствия финансирования будем пытаться что-то сделать с уже имеющимися спутниками. Проведя расчеты, было принято решение изменить положение спутников на орбите так, чтобы соединить нашу Дюну с Кербонетом. После проведения расчетов настало время корректировки орбит. Буду использовать те же самые спутники, которые были выведены в прошлой серии. Хорошо, что на них были излишки топлива. Как раз на такой случай. О чудо! После достижения последним спутником своего оптимального положения на орбите, связь с Дюной была восстановлена. По подсчетам, это ненадолго. И, возможно, все опять пойдет по пизд... Протокол отключения мата пойдет не по плану. К сожалению, и тут не может все идти гладко. В одном из контрактов нам необходимо просто провести спутник около Дюны и вернуть его домой. Но из-за того, что наш космический центр поставил на космический корабль, выполняющий эту миссию, устаревшие антенны, связь с ним не может быть установлена ни при каких обстоятельствах. Не беспокойтесь, после этого все виновники были уволены или побиты. Технологии у меня устаревшие. Умные, наверное, больно. Би-би-би. Тихо там. Придется специально для этого контракта из говна и палок пытаться собрать корабль, способный выполнить этот контракт для заработка. Но и данные о Дюне мы сможем какие-никакие собрать. После внушительных люлей нашим ученым, они смогли все-таки додуматься, что Interstellar Mod, названный по фильму, может послужить хорошую роль. Проведя расчеты, я спроектировала ракету, способную на выполнение контракта. Для этого нужно было лишь взять старый прототип и поставить на него более усовершенствованные детали, начиная от тарелок связи, заканчивая новыми ионными двигателями. Протокол выхода на орбиту Кербина. Отстыковка ступени. Вот чего тебя так кураж бомбеет? Разбалансировка вызвана ошибкой алгоритма. Этот идиот даже их не смог нормально записать. Придется и это переделать. Протокол выхода на орбиту Дюны. Внимание! Системное сообщение. Предыдущая ступень была успешно посажена автопилотом на парашют. Конец сообщения. Произвожу развертывание систем связи для координации с центром для нормального протекания дальнейшего полета. Торможение на высокой орбите Дюны. Отстыковка спутника связи. Заканчиваю сбор данных. Произвожу планировку дальнейшего полета по возвращении нашего аппарата на Кербин. Выполняю предстоящий план полета. По расчетам, остатков жидкого топлива хватит на половину пути, а дальнейший полет будет происходить на ионном двигателе. Выход из зоны влияния Дюны. Начинаю маневр по встрече с Кербином. Внимание! Выявлена ошибка. Не хватает данных для просчета Дельта Ви ионного двигателя. Значит, будем собирать данные по ходу полета. Отстыковка жидкотопливной ступени. Включаю ионные двигатели. Внимание! Ошибка! Ошибка! Выявляю ошибку. Программные ошибки не обнаружены. Ионные двигатели работают согласно плану, но не дают совершенно никакого импульса. Странная бубуйня на самом деле творится. Топливо не тратится, энергия тоже. Но двигатель работает, причем не давая импульса. Как вообще такое возможно? По-любому это твоих рук дело. У меня лапки, я ничего не знаю. Единственное предположение, что это намудрили ученые-инженеры при сборке. Хотя тогда бы он не работал. Странно все это. Надеюсь, хоть зрители напишут, где проблема. Я же грешу на горе ученых, неспособных на банальные действия.